Иногда люди даже теряют сознание не только от болевого шока, а от того, что он увидел свою кровь там на своей рубашке. Смотрите, раз, толчок, и толчок опорной ногой. Вот этой частью своего лба. Как бы он сильно не держал. Смотрите, я... Или вниз. Захватить плечо и помочь вот так сделать острый угол. Я передаю с этой руки на эту руку. И я разворачиваю его. Смотрите, вот теперь большой палец попался. Вот большой палец. Здесь нажимаем пара сил. Здесь то же самое. Раскрываем теперь мизинец и большой палец. А голова идет вверх. То есть вот так. О, здесь вверх. Вот она. И здесь я ухожу. Если вот этого достаточно, и затем ее выпрямляю, бросаю человека и ухожу. И вы вниз теперь всем весом, скручивающим своим тазом и опусканием, добивать человека, которого вы повалили на землю, не надо. Захватили и что-то делают, вы подбиваете локоть ближайшей руки и опять же уходите. На выдохе в приседе в развороте. Смотрите. И удар коленом в пах. Он наклоняется. И в этот момент вы можете работать на нос. Туда под 45. Я сработал на нижнем уровне. Вся его атака закончилась. И когда что-то начинается, ваши руки вот здесь раскрыты на человека, который пытается с вами что-то сделать. Ваши руки могут идти навстречу друг другу. Вот супинация, вверх ладошка и пронация. Вот вы должны провернуть свою кисть. И дальше, вот смотрите, может быть удар. Дальше может быть удар в сустав, который распрямляется, и здесь будет травма. И дальше вы опять же можете наносить удары в пах или в одну сторону, или в другую сторону. И ударом я убираю ногу, подхватываю его руку. Эта рука уходит, эта рука, и вот под коленный сгиб опять же. Смотрите теперь, раз, два, видите, поменялось. Видите, что происходит? Вот они как бы умываются. Но начинается все с выдоха, с приседа и разворота. Я его прихватываю. Когда вас уже схватили за волосы, значит, вы пропустили очень много моментов. То есть вы пустили человека, грубо говоря, в интимную зону. Он схватил, тут раз, и вы выходите на внешнюю сторону. Бью по внешней стороне. Теперь смотрите, когда вы раскрыли, вы прокручиваете по своей голове его, вот эту кисть, и выходите сюда. Слегка прихватываю и иду вверх, чтобы у меня не вырвали волосы, а удар по берцовой кости. Здесь все раскрывается, и я выхожу сюда. Вот вас захватили, вы можете спокойно проходить мимо него. Вставляется в подмышечную впадину. Таким путем, смотрите. И продвигая амассу, таким, руки поднимаются на выдохе, в приседе, в развороте. Делаете вот этот удар, в приседе, в развороте. Смотрите, раз, тут работа рук. Колени, да, вы бьете в пах. И по мыщелку. А главное, чтобы вы захотели, чтобы вас не задушили. Вот я сюда вошел. Под 45. Видите, как кисть изменила все его суставы? Вот смотри, раз, здесь его. Сила в правде, как говорили.